Are you happy, little baby? 800 тысяч! Ура! Ура, ура! Она просто стесняется всех. Все, давай, выключай. Включение из лифта, потому что времени нету ждать. Открываю я только что наш ТикТок, а там 800 тысяч. Амира, у тебя уже 800 тысяч. Ура! Ура, ура! Еще сколько? Два дня, что ли, будет миллион? We are celebrating that we have 800,000 followers on TikTok. You know, it always turned like I was busy at home, I was cleaning house, I was washing plates, so on. It took like 1.5 hours, and then I came in TikTok and saw it. How can you be so fast? Can you tell me? Are you happy, little baby? Are you going to be famous? Так, мы не были в прямых эфирах уже, в этих, во влогах уже где-то 2 или 3 дня. Потому что мы круглые сутки гуляли. И сейчас вот мы вышли на прогулку, уже где-то в 8 вечера. Почему мы вышли так поздно? Потому что на улице весь день было плюс 35. Да, булочка? Я Амире дала книжечку. I gave her a book. She will entertain this book. Сейчас мы идем отдавать деньги. Я покупала сегодня кофе, мне не хватило 3 рубля. Ну, типа, чтобы наличкой отдать, он там стоит сколько-то, 45 рублей, что ли. И мне не хватило 3 рубля, он сказал, занесете потом. И мы ему несем где-то рублей 30. Короче, вся мелочь, что у меня там была, я ее сейчас отнесу. Что, малышечка? Гав? Сейчас же подойдет ближе, будешь плакать. Я же плакала. Плакать будешь? Зачем ты на собачку гавкала? А? Ты ж трусишка, ангелочек. Убежали. Убежали. Ангелочек, улыбайся. Маська. Она просто стесняется всех. А вот маски будет? Да. Guys, you will not believe me, but it was our first picture this fun when someone stopped us on the street and want to take a picture. It's so weird. It's so weird feelings. I don't know how to explain you, but I was worried so much. Ангелочек, ты вообще, блин, не без настроения была. Да? Естественно, Амира. Амира always was like, even don't look at this girl. In a way, I think it's one of my dream from childhood that come true. My heart like beating so fast right now. Ангелочек, ты понимаешь, что вообще тебя первый раз на улице узнали? Почти что. Это была твоя первая фотография с твоим followers. А ты какая была вообще, блин, даже не улыбалась. Я, конечно же, хотела поделиться с нашим папой этой новостью, но, по-моему, его нет на работе. Сейчас у меня все эти эмоции пройдут, и я буду ему как робот потом, типа, рассказывать. А ты знаешь, сегодня было то-то и тут. Сам виноват. Папа.
Папа. Где папа? Где папа? Покажи. This is Amira's new clothes. How, do you like it? Сейчас папа придет. Да, сейчас папа придет. Покружись. This clothes for children who is already 3 years old. Amira is 1.5. Молодец. А наша новая одежда для 3-летних детей. Мира стоит только, что такая, папа, папа, папа. Идет вон тут мужик, такой оборачивается, типа, это мне, дурак. А это ее старший брат в студии. Поздоровайся. This is Amira's older brother. Not my son. My husband's son. Ангелочек. Булечка. Булечка. Сюсю. Хитрюга, да. Так, ты телефоны там все оставил, да? Да. Блин, багажник тогда закинь уже. Сейчас тебя украдут просто и все. Ты заметил, что у нас одежда новая вообще-то? Да. Dear guys, sorry for my Russian. I don't know how to mix the both languages. I want to talk to all of you. And I'm so sad that I cannot do it at the same time, like it, at any languages who is watching us. I'm so sorry. I love you. Same. All of you. We love you. Say. Mwah. Mwah. А я же вам забыла показать, что мы его нашли уже, всем похвастались. I already did tell him, да, about, кстати, this fan. Чего, давай выключаем. Нет, мне нет, больше не... Это, нет, я хочу тебе сказать. Выключи. Мне его, больше пожалуйста. Нельзя ходить пешком, мне нужна машина. Спрашиваю, почему? Потому что меня уже узнают. Да? Ламборгини. Amira is here. Amira! Моя слёденькая. Нашли мы папу, и теперь мама отдыхает. Мне туда. Мы сейчас ходим на улицу каждый день перед сном, чтобы тут ложиться спать. I'm make Amira sleep every day outside. This is our third night, and now we are success in this. Что? Что, водичку? Спасибо. Мама. Смотрите, уже как потемнело. Мы заканчиваем наш день. Пока. Кому ты говоришь пока? Девочке говоришь пока? Она просто больше ничего не умеет пока что говорить, кроме пока. Чего ты так смотришь? Ой, ну ангелочек, встань. О, надо было тебя со светом снимать. Я купила ей такой вот крем. Сегодня увидела, короче, как на нее сел комарик. И бегом мы сразу побежали за кремом ей. Мы под защитой теперь от этих гадов. А? Тебя никто не укусит. Мама тебя от всех защитит. Ля-ля. Да. Мама. Ты тяжеленькая. Давай, скажи всем.
До новых встреч. We finish our day here. She will sleep right now in her tram. Thank you for watching. Don't forget subscribe at our channel. Скажи вот так, давай. Это спасибо. Для TikTok делать.